Тяжело. Я люблю легкие понедельники. Вот я сейчас иду на перевязку, я выспался. Три раза я ложился спать, три раза я просыпался, наслаждался тем, что я выспался и снова ложился. У меня уже с этой стороны. Я считаю, все хорошо. С этой стороны еще немножко успокою. Я думаю, это временно. Посмотрим, что там. Уже скажет 4 числа доктор. А пока остается лишь наслаждаться вот этим прекрасным понедельником. Солнечным, теплым, слегка ветреным днем, очень приятным на ощупь. Моя жизненная позиция — как можно больше записать себя в хорошем формате. Значит, формат должен быть реально хороший. Вот. Залечится мой ран. Потом чуть-чуть придется работнуть. Через какой-то месяц у меня будет отпуск. Я так называю, потому что ноги целы, ноги хватит. Как бы у меня образовался. Заходит за 20 с лишним дней. Самое прикольное, что даже мозоли, которые вот у меня были там рабочие, они уже рассасывались, потому что я не выполняю тяжелого труда. А ведь работа у меня на самом деле тяжелая. Осталось большая часть всех этих мозолей не только на ногах осталось вообще.
счастья, удачи, люблю.